хочу сказать, что, наверное, артисты и певцы, они в большинстве случаев, наверное, далеки от всех этих политических моментов, особенно европейских. Вот. И вообще, честно сказать, я не очень люблю смотреть новости, так как это там больше черпаешь негатива для себя, нежели чего-то хорошего. Вот. Но, тем не менее, уж, коль такая проблема есть с беженцами из Сирии, которые вдруг побежали в Европу за хорошей жизнью, ясное дело, что они бегут от войны. Ну, конечно же, действительно, очень жаль, что там такая ситуация, что люди вынуждены бежать из своих домов, которые разбомбили, в общем-то, и от которых ничего не оставили. Ну, как, должен быть какой-то ответственный, кто вообще эту бучу устроил и для чего она была нужна. Ну, вот, и как-то, наверное, пускай они сами эту проблему и решают. Вот. В России, конечно, места много, согласен. Ну, вот, места, в общем-то, и беженцам тоже хватит. Но, к сожалению, практика показывает то, что эти люди, когда приезжают, они начинают жить по своим правилам, по своим законам. Ну, вот в этом, наверное, проблема какая-то. Вот. Если они едут сюда работать, то это одно. А если они едут сюда заниматься бездельем и заниматься бандитизмом, то это, конечно же, неприемлемая история, скажу так.